Богдан учится в 8 классе. На учебу он обычно ездит на школьном автобусе, но иногда приходится добираться на общественном транспорте. А путь до ближайшей остановки лежит через железную дорогу. Мне нужно в школу прибыть к часу, а школьный автобус приезжает к нам только к 2 часам. Поэтому приходится пересекать ЖД-пути. Другого пути нет. По рассказам жителей садового некоммерческого объединения, на местных не раз составляли административные протоколы за то, что их дети пересекают ЖД-пути. Инспектор по делам несовершеннолетней, линейный отдел полиции Демского района Манжиев, составляет протокол по статье 5.35, это как не занимаемся воспитанием несовершеннолетних детей, то есть подвергаем их опасности. Хотя я объясняю, что у нас мы проживаем в садах Мичурина, ну, нам нужно ходить на секции, на тренировки. У нас больше нет никаких входов-выходов. Садоводы говорят, что в качестве альтернативы им предлагают остановку, которая стоит у оживленной трассы. Но она еще опаснее для жизни, считают местные жители. А где нам ходить? Он говорит, вот там, на автотрассу ходить. А на автотрассу там снег нечищенный. Я вот на своем жизненном опыте здесь живя, два случая со смертельным исходом. Женщина и мужчина. Сбила машина со смертельным исходом. Где нам ходить? Проблема решится сама собой, если автобусы будут заезжать прямо на территорию садового объединения, уверены местные жители. С этой инициативой они уже обращались в высшие инстанции. Писали, не только я писал, и сами садоводы от себя писали, коллективно писали. Никакого внимания нет. Мы направили запрос в адрес мэрии Уфы с просьбой пересмотреть траекторию движения автобуса 57А. Там сообщили, что дорожная сеть не позволяет проделать такие маневры. А что касается ЖД-путей, в районной администрации отметили, что в этом случае необходимо выйти на связь с железнодорожниками. Железная дорога с учетом охранной зоны полосы отвода непосредственно находится в ведении Башкирского территориального управления Куйбышевской железной дороги. Полоса отвода железнодорожных путей не является муниципальной территорией. А рассмотрение возможности организации пешеходного перехода на данном участке мы обратимся в адрес территориального управления железной дороги. Садоводы надеются, что чиновники обратят на них внимание, и уже скоро путь к автобусной остановке перестанет напоминать игру, опасную для жизни. Ильсия Армухидинова, Рустам Лукманов, столичное телевидение, Вся Уфа.